Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть в Rain. И даже не знаю, куда мне, влево, вправо или прямо. Вправо, по-моему, видишь, там деревяшечки. В предыдущей серии мы убежали от монстра. Ну как убежали? Я почему-то думаю, что скорее временно убежали. Ну это понятно, что временно. Ну, убежали же. Ну да. Угу. Не могу запрыгнуть. Надеюсь, он сейчас не отсюда бежит вдруг. Ой, что это? Непонятно. Мусор, по-моему, да? Просто. Затем он их увидел. Крошечные следы. Грязная, да? Ага. Насколько я понимаю. Что же нам делать? Ой. То есть они ее видят, потому что она в грязи, да? А, погоди-ка. Не открывать их? Их выманить надо, я так понимаю, от нее. Видимо, но оно никак не взаимодействует. Так что пока идем дальше. Так, ты там давай, держись. Девочка закричала изо всех сил. Крик мальчика глушил бы любого. Но их голоса не были слышны. Слова улетали, словно листья на ветру. Дверь смотри. Да, да. Обратно я уже а не ты запрыгнул. Посмотри. Пока. Куда тебе потом, если что? Пытаюсь. Девочка ждала, чтобы ее спасли. Готов? Стрим, стрим. А ты за дверью? Да. Закрыть. Тьфу на вас. Мальчик спас девочку. Но девочка его не заметила. Странно. Ну ладно. Ну а что странно? Он же стоял под навесом. Ну, да, кстати, да. Действительно. Он становился видимым каждый раз, когда наступал в грязь. Даже там, где не было дождя. А негде, да? Да, не обойти. А по листьям он по тем не получится? Не. Плохо. А ноги где помыть? Наверное, под дождь, когда выйду. Но стоило ему зайти в обычную лужу, как к нему возвращалась невидимость. Понятно. Угу.
грязь наш злейший враг. Наверх, видимо. Оп. А вправо, интересно, что там? Я думаю, что ничего. Тупик, наверное. Ага. А, нет, слушай, стоп, что-то есть. Ползти. Действительно, ху. Ну, здесь нельзя залезть. Ладно, видимо. Это, наверное, убегать надо было бы, если бы. Возможно. Убегали. Мальчик вернулся на ту же улицу. Но там не было видно ни одной живой души. И, похоже, уже довольно давно. А, ну, там мы отсюда... Подожди, нет, не пойму. Во, точно. Гадость. Вот, гадость, действительно. К счастью для него, это неуклюжее чудище, казалось, его пока не замечало. Ай. Не такое уж оно и неуклюжее. Хорошо. Он нашел интересную вещицу. Маленький граммофон. Ну, в принципе, понятно, что нужно сделать. Еще бы свои следы хотя бы видеть. Беги, беги. Оно бежит за мной, да? Пока идет просто. Бежит, бежит. Бежит, бежит. Направо, вниз. Я думал, нет, грязь, если вы не найдете короткий путь, вас поймают. Да. Лужа. У тебя нет ног. Да. Класс. Да. Ползти. Давай. Судя по всему, чудище не могло достать его в сию минуту. Фух. Он выбрался из воды, смыл с себя грязь. Там бодейка, видать, с водой была. Да. Мальчик вышел к церкви. Сейчас. Понятно. Ну, пошли. Ощущение такое странное, потому что вот никого, людей нет, то есть это все пустынность города, это вот все, угу. Какие-то вот эти чудища тоже какие-то, не знаю, не натуральные, что ли, не как чудища, как будто из бумаги нарезаны или из чего-то такого вот. Плачет. Он знал, что девочка там.
но дверь была заперта изнутри. «Где-то здесь должен быть ключ, чтобы открыть дверь. Вы можете попасть внутрь через окно в другой комнате». Угу. Через окно в другой комнате. Получается, что мы... Девочка ушла направо, мы, значит, пошли налево. Все как положено. Он должен был найти дорогу. Ой. Ай-ай-ай. Я так понимаю, мне вон в то окошко-то надо. Да. Опа. Вот. Сидела вот там. Тебе здесь не рады. Что? А-а-а. Ну хорошо. Отвлекать опять? Ну, видимо, да. Только я не совсем пока понимаю, где ты. Монстрообразная бабайка штука. Где? Да-да-да. Опа. А, вот ты так, здесь понятно. Как раз. Да. Ты справа. А вот и ключ. Да. Мальчик знал, что выйдя из комнаты с ключом в руках, он себя выдаст. Так, поднимаем ключ. Опаньки. То есть ключ-то нас выдает. Ключ невидимый. Там дверь леса проломана. То есть нам надо его заманить в соседнюю комнату, поиграть на органе, заманить. Все, он тебя видит. Смотри-ка, гад. Да-да-да-да-да. Только как его выпускать? Успеешь выбежать потом? Не знаю. В левую комнату или сразу успеть попробовать выбежать? Я в левой не пройду. А, ты имеешь в виду туда пробежать, потом обратно? Ну, типа того. Я не уверен, я туда побегу, он меня сразу поймает. О, понятно. Шустрый какой. Не понял, он меня не увидел. Ой-ой-ой. Ага. И он ушел влево. Круто. Вот. Теперь нужно идти туда, где он проломил, да, насколько я понимаю? Ну да. Ну да, да, да. Так, скорее. Открыть. Закрыть. Закрыть, закрыть, закрыть. Закрыть быстрее. Вот. И на ключ провернуть можно?
А за шкаф не поворачивай, да? Нет. Так, а мы снова на улице. Как мальчик не искал, девочки он не увидел. Только церковное кладбище. А за ним стояла заброшенная фабрика. Глава вторая. Капли дождя. Звуки шагов. Конец. Вы заслужили приз. Звук машин. Самолет. Да как-то не пойму, чего звук. Глава третья. Разлука. Фонари валяются. Ощущение какой-то вот нереальности постоянно присутствует, потому что вроде как были-были и раз все пропали. Да. Тонны железа. Тысячи кирпичей. Положено дойти. Не очень хорошо. Лужу ищешь? Да пока просто хожу. Лужа. О. Огромное чрево фабрики, казалось, могло поглотить его. Нет, это не лужа. Масштабненько. Больше на свалку похоже. Ну, какая-то такая бывшая фабрика. Ну, там же сказали, заброшенная. А, ну... Вот. Опа. Опа. Так, тихо. Монстр, зловеще возвышаясь над мальчиком, казалось, совсем не обращал на него внимания. Ага. Это только казалось. Где он? Иди нафиг, зараза. Отсюда. Там он еще один стоит, смотри. Да. Может, они травоядные? Может, они и правда на меня внимания не обращают? А ты хочешь проверить? А можно под него спрятаться? Да, смотри-ка. Из-за их формы под них не проникал дождь, что позволяло мальчику укрыться. То есть такие большие они, я так понимаю, все-таки они не агрессивные? Не знаю. Возможно. Ну, вроде как да. Только я не совсем понимаю, куда идти. Туда. Там улицу показывали. О-о-о. И там кто-то бегал. Кто тут бегал? Вон, видишь? Ай, пакость это. Ага. Чудовище снова загородили ему путь. Ох ты, сейчас. Придется бежать под ним.
Вот это... Он сейчас, наверное, повернется, да? Бегом! Вот так. Ага. Ой! Он пошел, пошел, зараза. Хорошо. Ой, еще одна фигня. Ничего не было, тебе показалось. О, сейчас надо будет перейти. Вот, сейчас. Пошли. Фух. Так, все, можно передохнуть. Немножко. Достаточно сложно вот в таких местах, когда не видно, еще камеру периодически меняют. Вот, например, сейчас я не совсем представляю, где... Где он находится? Теперь представляю. Надо было кнопку добавить, высунуть руку. Точно. Ага, не могу. Понятно. Мне еще показалось, что со временем следы как бы высыхают и... уже не оставляет такого большого следа. Правильно, я думаю? Ну, возможно. А... Справа, скорее всего, тоже тупик, да? Как думаю, обычно. Да, но ну, давай да. Проверим. Да. Угу. И там, на мосту, он увидел ее. Увидел ее. А, шустрая девочка. Угу. А. Точно. Ой-ой-ёшеньки. Опять эта дрянь. Чудище до сих пор не заметило мальчика. И я не понимаю, куда мне бежать. А-а-а. Наверное, не в ту сторону все-таки побежал. Да, наверное. Пакость, отстань. Фу. Эх, догнала, зараза. Зато ты теперь знаешь, куда идти. Ну, да. О, как тут поставили. Бодейка, да? Нет, просто. Ага. Вон он ходит, гад. А, нет, показалось. А я думал, надо будет спрыгивать сейчас. Ладно, хоть лазить вроде не умеет. Зато ладно. Умеет ломать? Ломать умеет, да. Пнет там по деревяшке. И полетишь. Скинуть бы ей на голову что-нибудь. Дрыжками ногая. Чтобы добраться до девочки, надо пройти через фабрику к мосту. А, я думал, там можно пройти. Опа. Что ж такое-то? Ой, ну, он уже я здесь. Я так и думал, не надо мне показывать. Влево? Бежим. Да, влево бежим, просто бежим. Его еще не обнаружили. Но он слышал звук приближающихся шагов. Быстрей.
Или не фу. Куда, куда? О, схватить. Пододвинуть куда-то надо. А, понял. Дальше. Так. Давай, 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 давай. Послышались новые шаги. А-а-а! Вот не буду больше двери закрывать. Никогда. Да, конечно. Да ну правда, без толку. Гадкая гадина вышибает их вообще. Бегом, 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 бегом. А куда? А? И все, вроде все нормально. Фу. Ему удалось убежать от чудища. Надолго ли, учитывая все эти деревянные конструкции? Фу. Он перешел по мосту, по которому перед этим прошла девочка. Залез куда-то. Опа-опа, смотри, загнали. А, нет. Ловкая. Так, хорошо, молодец. Ух, ну что ж, я думаю, что мы закончим на этом серию. Пока передышка. Да. Надеемся, вам нравится так же, как и нам. Не забывайте ставить лайки, если вам тоже нравится. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.